Депутат Совета депутатов Александр Якушин принимает жалобы и предложения от главных посетителей детской игровой площадки на улице Первомайской. Школьники ставят высокую оценку обновленной игровой зоне. Начнем с того, что не нравится. Сначала разомнемся. Все нравится? Да. А я бы, допустим, вот эту сделал бы вот чуть-чуть покороче. Нет, не надо короче? Нет. Новые качели и карусели, лестницы, большие пространства для игр по душе школьникам. От первоклашек до ребят постарше. А вот у родителей замечания были. Пришедшие жители на встречу с нами предложили перенести тренажеры, которые ранее здесь стояли. Да, безусловно, неудобно. Они уже, как видно, перенесены. Они будут летом установлены в другом месте. Такие замечания есть, они устраняются. Ничего страшного нет. Главное услышать жителей и сделать так, как они просят. А это двор на улице Микояна, где встречу с жителями проводит депутат Совета депутатов городского округа Химки Руслан Шаипов. Все нравится? Да, все нравится. Да? Все красиво, да. По словам родителей, новая площадка стала шире прежней, а игровых и спортивных элементов стало больше. Площадка 10 из 10, конечно, она гораздо больше. Также у нас здесь на площадке появились тренажеры. Очень большая площадь для детских игр. В общем, площадка великолепная. Химкинские народные избранники вместе с работниками территориального управления микрорайона Сходня регулярно проверяют площадки, которые были реконструированы по просьбам жителей. В 2021 году горожане обращались с предложениями о благоустройстве этих территорий к лидерам движения общественной поддержки, депутатам городского совета. Идея химчан появилась на портале «Хижи онлайн» и набрала много голосов. При поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина придомовые территории включили в программу губернатора «Мой двор». Работы выполнены, сейчас задача услышать мнение местных жителей. В рамках благоустройства были заменены все малые архитектурные формы, добавлены новые. Жители довольны, дети довольны, это самое главное. Замечаний никаких не поступило, но я думаю, еще и малый срок прошел. На регулярной основе будем объезжать детские площадки и узнавать мнение жителей. В 2021 году по программе «Мой двор» отремонтировали 21 площадку. В 2022 году в плане на реконструкцию 51 детская и спортивная игровые зоны.